Дизель-шоу возвращается. Потому что вы нас ждете, потому что вы нас любите, потому что нам нравится вас радовать. Все для вас, друзья. Я прям с особым волнением буду выходить на сцену. Три последних месяца для дизелей были временем на то, чтобы измениться, стать лучше, стать смешнее. Это все как бы готовилось на одном вздохе, на одном дыхании, прям скажем, да. И я думаю, что тот дизель, которого вы увидите сегодня, он будет абсолютно ни на что не похожий. Это вам очень по секрету. Над всем вот тем, что происходит, работает еще 150 человек. Я приехала в Киев, чтобы посмотреть, что такое дизель-шоу изнутри, и проверить воочию, каков он, настоящий украинский зритель. Я иду на концерт «Дизель-шоу». Я их дуже-дуже люблю. Мы этого ждали месяцев три, очень сильно. А мечтали еще больше. Ну вот «Дизель-шоу» начала смотреть еще год тому назад. Я его полюбила. Я хохотушка, честно. Эта команда хорошо подобранная, дружная, очевидно, потому что все это, ну, хочется смотреть. Я вообще ни разу не был в «Дизель-шоу», только по телевизору смотрел. То сейчас моя мечта исполнится. Дизель-шоу возвращается обновленным, рвущимся вперед, мощным, международным, всепланетарным. Они чтят свою коллегу, своего друга. Вот. Молодцы. Ребята должны это пережить все-таки и найти в себе силы продолжить то дело, которое начинали вместе с Мариной. Видно, что они готовились, видно, что было тяжело, но вернулись достойно, уверенно. Но мы разом, и мы, думаем, справимся со всеми невзгодами, которые и на них обрушились, и на нас. Мы все будем разом. Дизели повернулись. Дизели вернулись. Дизель-шоу, спасибо, что вы вернулись. Спасибо, Дизель-шоу, за то, что вы вернулись. Спасибо вам огромное. Спасибо. Дорогой наш зритель, мы вас благодарим от всей души
за то, что вы нас смотрите, любите, за то, что вы всегда с нами, и мы всегда чувствуем вашу поддержку. Спасибо вам большое. Друзья, мы вас ждем. Приходите на наш концерт. Всегда.